Не показывается где. О. Есть. Поехали. Что? Да, еще тут погружусь. Я тебе пока опыт позарабатываю. Я повернулся до такой степени, то что я смотрю на свою задницу. Нормально. Ну, у меня ж типа это, я же завис по факту. Mm-hmm. Типа в одной позе. А ракус хороший. Вот. А мне опыт не зарабатывается. Блять. Вот ты, пожалуйста. А вот. Не, смотри. Да, вот, грубо говоря, да? Я вот выбрал, да, эту фигню? За сколько я технику призываю? Ну. Mm. Нормально. Да, я тоже все это возьму. Такие же... Да никто не обижает, скучно, успокойся. Ты хочешь сказать, такие же фанатичные? Да. Они следуют Осирису, но не знают его как человека. А я знаю. О, нифига она стреляет по-другому вообще. Да нет, так же вроде. Нет. Та скорострельная была, а эта такая тух-тух-тух. А-а-а. И она этой электрической энергией стреляет. Ну, раз они по заданию здесь появляются, значит, им надо, нам надо их было брать. Ну да. А. О, нашел где там шея. Сам. У меня же еще увеличение опыта стоит. Mm-hmm. Ау. Мне жаль тех, кому приходится жить здесь. Осирис сказал бы, что это испытание. Если его последователи не могут здесь выжить, значит, они с самого начала были недостойны. Жух. Жух. Инопланетный дрифт. Угу. У тебя же тоже идет увеличение, да? А, я 50-й, я все. Не, ну все равно имеет в виду. Опыт наверное. Больше идет. Наверное, я не знаю. 382. Бам. Бам. Мне лучше на ней, пожалуй, медленно будет двигаться. Я, пожалуй, быстро. О! Прошу прощения. Это же просто радиовышка. И падшие добрались сюда первыми. Вот до чего доводит вера Василиса. Да по мне-то чё стреляй, эй? Я не по тебе стреляю. Чё, и нам пора. Не хочу. Ну, пока на это езди. Помогать будешь. Да изи. А, нам в любом случае наверх. Угу. Я же говорю, нам пора. Ну-ка. А, нет. Да, алло, Вась. Ты чё? Да пух, что ли? Ау, спасибо.
что. Даже так. Чего? Да на вышку надо. Нет, вниз. Если. В лифт. Да. Каву. На этаж ниже. Пустить. Там проход будет. А. Я пойду удачки хорошо поиграть. Спасибо, Кузь. Давай удачи тебе. Давай, Кузь, удачи. Спокойной ночи. Это не испытание. Это настоящая бойня. Сдохли. Давай посмотрим. Это сильно модифицированная техника вексов. Это что-то новенькое. Сейчас я попробую кое-что сделать. Нажми таб. Стой. Что-то происходит. Чё? Да что происходит? Он сейчас станет Сагитой? Сагирой. Новая оболочка. Кто? Ты что, запихнула меня в странную машину, которую впервые видишь? Сагира. Икора, отлично. Хорошо, что ты еще здесь. Слушай, нам пора идти. Прямо сейчас. Осирис, как обычно, влип, и мне нужно... Видишь, на тап не открывается. У меня открывается. Неважно. Нужно вернуться на... Ну, открывается, но призрак не появляется. И не волнуйся, а, наверное, да. Призраки. Мы делим одну оболочку, он вернется. А, конец миссии. Как там отсюда вылезти? Паркур. Стараюсь вернуться. Да, спать уже пора. Нихера, сейчас что, даже 12? Нет? Я думал, уже сейчас не знаю, час. Реально почти уже час. Нет. Предметы. Ладно, ладно, все фигня. Вась, все фигня, давай по новой. О, теперь мой. А, нифига. Че? Открой ее. На тап. Верну. А. Она появляется. Да, 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 да. Ух. А, мы в этот лес идем. Не, прикольно. Не, дальше бежать. Да не, я просто посмотрел, что там. Может, как телепорт работает, может, просто откидывает. Осирис адаптировал технологию. А, нам тупо наверх. Мы встретимся с его отражениями. Они копии. Его самого. Он создал их для того, чтобы изучать несколько путей одновременно. Да-да-да, пути. И да, я понимаю, может показаться, что Осирис... Знаю я про какие ты пути говоришь. Не волнуйся. Какие пути? Так и есть. Пробуждение дзен. А.
Что происходит? Я тоже не понял. Скорее всего, да, надо. Осирис должен быть где-то здесь. Надеюсь, это портал, да? Сагира? Что ты? Нет. Пока. Кто-то незнакомый. Кто? А, она. Представляешь, она подруга Икоры. Раньше не могли это сделать. Передай всем. Сагира вернулась. Осирис отослал тебя ради твоей же безопасности. Это слишком большой риск для всех нас. Знаешь что? Я ему нужна. Новые линии времени расширяются. Мы должны создать отражение и исследовать их. Уже почти поздно. Срезатель, блять, онлайн. Что значит почти поздно? Должно быть, что-то пошло не так. Почти еще не. Нет, не поздно. Угу. Сагира, ты не можешь пойти к нему. Но хрен дитя. Почему? Он что-то нашел? Прыгай! Так напугать, сам прыгай. Смотри. Нет. Программа предсказателя величиной с планету одновременно симулирует. Вот ты уёжик, а? Страшубит. Пошел ты. Векси симулируют здесь реальность будущего. И да, симуляции настолько реальны, что могут убить тебя в два счета. Че, серьезно? Так, там солнечной энергии надо, мы все равно на Марсе. Ну да. Солнечная энергия, импульсная винтовка, погнали. А там со способностей, почитай. Там не с оружием. Я тоже думал с оружием. Там со способностей. Да? Угу. А, электрическая энергия, убийство гранатами, да, и солнечная энергия способностью. Ну просто фигня такая, по ним солнечный дамаг очень хорошо проходит. Ну да. Иногда лес преграждает дорогу. Устрани демона, управляющего симуляцией, и дверь откроется. Ну, я, кстати, сегодня это проходил. Ёпта, мать. Пошёл, блядь. Там осторожно дырочка в центре. Я еще оружие менял. А. Так, говорить, солнечная энергия нужна. Сейчас сделаем. Взялся. Я пока со способностью буду бить. А, окей. О, сфера света, сфера света! Света. Где? Света, да. Алена, Вика, Вероника. Сашка, привет. Опа, чё, Санька пришел? Да ладно. Да. Да ладно, о, Лацента. Херась. Залетел таки, прикинь. Угу. То есть они днем спрашивал, где стрим, а сам не приходит. Привет, Санек. Сашка, Саня, Александр. О, оружка выпала. О, кривой клык. Угу. Ой, здрасте. Привет. Он сейчас взорвется. Эй, блядь, дай патроны собрать, а. Собирай. Угу. Я только заметил, что ты стримишь. Я тебе так скажу, стрим уже идет часа да. Два, наверное, три. А у тебя лук на какой энергии? Молния. А. Да не знаю, мне просто сам по себе нравится лук. Не подходи, я сейчас резнусь. Да ладно, я только... Я рядом да, все равно был. Нам все равно обоим придет дамаг. Так что в этот день.
кстати, с гранат вроде тоже работает эта солнечная энергия. Ну и хорошо. А где посмотреть, сколько по времени стрим идет? А на Твиче, по-моему, это нельзя. Я потом, может, как-нибудь сделаю этот на таймер. На Твиче нельзя. А потом, может, сделаю как-нибудь таймер именно на этот. На экран. Да, выведу. Гранаты работают. Mm-hmm. Меня засчитало троих сейчас. Окей. Вот. Двоих, я ошибся. Где-нибудь, чтобы... А, таймеры, я тебе даже программку могу посоветовать. Для таймера. Она через серотонин вроде не делается. Послушай, а почему ты так медленно тут бежишь? Не знаю. Заметил то, что как будто медленно? Да. Я тоже начал играть Destiny, но и отлично. Присоединяйся к нам. Присоединяй к союзникам через 3, 2, 1. Я успел телепорт. Ух. Охрененно. Не, блин, вот это вот прям надо скринить. Которая превратилась в... Это прям красиво. Тормози. Не скринь. Паноптес. Чё? У Паноптеса только одна цель. Давай. Изменить реальность в пользу Вяса. Есть? Да. И только Вяс. Я хаос. Вообще, слышал... по-хорошему, знаешь как? Стой. Просьба будет к ребятам. Не заходи пока в портал. Иди сюда. Понимаю, почему он создал столько отражений. Да, мы пытались безуспешно избежать этого развития событий. Всех наших сил хватает лишь на то, чтобы просто его замедлить. Но тебе нужно увидеть это собственными глазами. Чихо, блин. Скажи, глазами. Саш, ты видела, как проснулся странник? Нет. Воскрешение странника все меняет. В этом есть и плюсы, и минусы. Все пришло в движение. Блять, гранаты можно убить, даже попав просто в него. Чтобы предупредить других стражей, а его изгнали. Но будущее изгнать невозможно. Это у тебя какая-то хрень стоит, то, что эти падают? Кто? При убийстве. Я кристаллики. Да нет, по-моему, нет. Здрасте. Простое ЧСВ не помогает. Саш, а ты знаешь, что не лапси пусечка? Да, или как она там? А, Пуська просто. Принцесска. Не, Пуська. Принцесса. Пуська. Ты сам сказал, называй как хочешь. Не-не-не-не-не, всё. Так, она вниз. О, уровень. Быстро. Какой у тебя там? 35-й. Уже знаю, логично. Поддержи. Я понял, хорошо. Моя граната. Моя. Нифига, моя меня засчитала. Мне тоже. У меня только 5-й левел. Это нормально. Ты что, сегодня начал играть, в принципе? Ну. Так, электрическая буря выполнена. Найти и остановить Паноптеса. Но никто из нас не сумел разыскать линию времени, в которой мы добились успеха. Ты подожди меня. Выглядит наше поражение. Вот будущее, которое нужно Вексам. Чай, оружие поменяю? Вчера две миссии прошел.
Ну, а как ты думал? Да, это он. Саша пишет. Саша, на чьей стороне ты? Вот. Он на своей стороне. Да. Это моя. Ни свет, ни тьма без реза уже не существует. Солнце больше не греет. Все живое погибло. Мощно. Но это было до тебя. Ты наш ключ. Ты можешь это остановить. Блин, прикольно это. Одежка. Что такое? Да. Уничтожить Паноптоса, чтобы это будущее не настало. Каждая временная линия ведет сюда. Куда? Кто там? Что там двигается? Паноптес. Он нас нашел. Бля. Кто? А, ни хера себе. Дра, а, да это не, это такой. Главное уворачиваться, когда он лут будет пускать. Иди. Теперь ты важнее любого из нас. А, нам валить просто. Ага. Окей. Все плохо. Очень, очень плохо. Мы должны объединить усилия. Все мы. Ты, я, Осирис и Кора. Ты сама видела, что будет, если мы не останемся. Я за то, что он бог. Икора, ты здесь? Сагира, ты ведь только что ушла. Где Осирис? Он в опасности, как и все мы. Я все объясню по дороге в город. Найс. Рубеж обновлен. Жаль. О, Оля Блэд, я и так спать хочу. Чё я? Оля, блин. Ну чё ты, ну? Оля не даёт человеку поспать. А ты его зевание начал зевать. Это я зевал. Да, это не я зевал. Хотя сначала зевнул я, потом Герми, потом ты. Нет. Я просто тихо. А я хромко. Да я заметил. Ну, Саш, ну я ж не хотела. А чё, Саш, всё, Марина закончилась, что ли? И вообще. Ты же у неё тусовался. Да, бросил нас, да, пацанов. Променял нас на... Он у неё сидит до сих пор. А, значит, в Дискорде, в Дискорде. Ага. Но не факт, что Марина стримит. Ну, понятно, понятно. Она могла просто закончить стрим. Нет, сейчас стримит. Да, стримит. Оп. Новая цель. О, так, а что там я знаешь, что хочу? Я хочу сделать вот так. Солнечный. Я. Что? Что ты сделать? Ты точно знаешь, что карта бесконечного леса находится здесь. Что ты хотел сделать? Пытаются изменить будущее. Ты знаешь? Значит, пирамидион часть их плана. Карта должна быть здесь. Ну. А, у меня же. Я что же так могу, смотри. У меня же призыватель быстрой техники. Я знаю одну штуку, которую можно... Нормально. Он у меня медленно крутится. Кого? Приготовься к встрече с Вексом. О. Да, это мой. Готов. А, вот что это за хуйня. Ага. Или нет? Блин, а я же приготовился. Сагира, я знаю, что мы расстались не как друзья. Ты руководила людьми, которые отправили в ссылку моего стража. Мне это не понравилось. Но так далее. Я не готова услышать слова Осириса. Дело не только в его пророчествах.
Блять. Он не понимал, что Варлок — это не просто самый умный стражей. О, видишь? Стример не тупой. Даже игра это говорит. Я многое поняла, когда потеряла свет. Теперь я знаю, что я должна стать лучше, чем прежде. Пожалуй, все мы должны стать лучше. Здрасте. Привет. Сидел? Питаться там. Бум. Нихуевенько. Угу. Минус хоб-гоблин. Еще один. Я заметил. Если я вдруг перестану писать, то я, скорее всего, уснул. Я просто говорю, хорошо. Иногда так орусь с ихних разговоров. С каких ихних? С NPC-шек, которые, типа, нам говорят? Или с наших? Может, это вообще про Марину? Что да? Превосходно. С NPC-шек. По данным сканирования пирамиды, он действительно получает информацию. Мне больше нравится Кейт. Угу. У меня есть координаты. Троллирующие друг друга. Но он сюда ничего не нашел. Нифига, я видел, как отскочил. Вообще. Ты гранаты сделал убийство? Нет. Он приблизит нас к слиянию. Я, блин, и солнечные, и гранаты пытаюсь сделать. А, это же надо на Меркурии делать. Mm-hmm. Точно. А такой спокойствие, да? Спокойствие. Спокойствие. Мать твоя. Их-них. Все равно их-них. Их. Ау. Спасибо. А я что, убил центрального? А, да нет, что. Расчеты завершены. А что не так? Тебе нужно просто пройти. Я РПГ просто так потратил. Вышло не так хорошо, как я надеялась. Ну, ты это предупреждай. Что за... А, неуязвимость у стенки? Ну, это типа как... Она, стена разрушена, но восстановлена светом. Еще никто не смог соответствовать стандартам Осирис. Понятно. Что? А... Бзюх. Давай. Пыхи. Тайминги. Яйминги. И. Блин, я думал, катушки будут. Это давно. Чё? Это давно кто-то написал, мне понравилось, и я начал это слово использовать. Нихера он там. Сферы забирай, если тебе нужны. Нужны. Хотя у меня и так есть это. Я тут буду сказать все. Теперь я у тебя их попизжу. Угу. Ай, патроны полетели. Весь лут. Синька, 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 сука, Синька. Нет, Синька. Я возьму Синьку.
Я возьму синьку. Я взял синьку, ее. Она все равно вниз. Она все равно вниз. Самый? Да. Наверное, вексы его замаскировали. Осторожно. Сюда идут враги. А, тут лифт, как бы. Ну да. Но меня все равно продамажило. Нормально. А вот и слияние. Мой все равно. Не понимаю. Да похеру. Продолжайте искать. Постойте, я кое-что нашла. Стой. Координаты какого-то узла в бесконечном лесу. Там наша карта. Посмотри. Я планета. Че? Я тебе там кое-что скинул. Ну, скрин. Угу. И? На голову на свою посмотри. Че? Нормально. Единорожка. Так. Че, куда теперь? Не знаю, сейчас скажу. Я горнила. Выполните миссию Меркурий. Древа вероятности на Меркурии. Ага. Ну и ладно. Так. Нога. Я бы тебе сказал, как это нога. Ты мне в ногу попал. А вот это уже не нога. Стой, граната! А, граната, да-да-да, граната, вот так, опа! Выжившие? Это надо исправить. Их... Я ввела координаты. Давайте найдем этот узел. Тогда мы сможем добраться до паноптики с помощью карты и предотвратить темное будущее. У меня еще восьмерок гранаты. А я думал, ты их просто проигнорил, пробежал. Да нет. Так, в чем проблема проигнорить? Да не в чем. Ща я ствол поменяю. Найдешь еще одни врата, и я смогу доставить нас к узлу. А у тебя лук от третьего лица? Нет. А. Отражение Осириса наверняка тоже ищут Паноптиса. Но тут и миллиона копий себя не хватит. Нам нужна карта. Ты как это?
Магия в них Хогвартс. А что я взял вот здесь? Взять семя какое-то. Как сражается? Да, нормально. Главное, ты тоже взял. А там сзади неожиданно хвостик появился. Ага. Спасибо. Ну, знаешь, так, неожиданно. Резко как-то. Ага. Бегать еще там что-то. Солнечный свет выполнен. Осталось гранатами. Мужик приходит к доктору и говорит: доктор, у меня что-то в жопе колет. Нагибайтесь, раздевайтесь, сколько у вас тут роза. Доктор, это вам, да, да, это я знаю. Это бесконечное сражение. Симуляция недавнего прошлого. Нет, я знаю. Подумс, да. Время анекдотов. Это то же самое, что с червячком. Граната! Дыщ, дыдыщ, дыщ, дыщ. Ты чё не гранатой? Ну, зарядилась. А нам ехать тут придется. Потому что мне даже написал, преодолевайте вот эту хуйню на Спэрроу.
Ничего. Бум. Ты там как? Да нормально. Ай, бля. А, техника восстанавливается, окей. Вексы знают, что мы ищем карту. Они приказали Кабал уничтожить ее. Скорее. Уа-а-а. Я-то поверху поехал. Все, гранатка есть. Не, огненная граната и херня, конечно, полная. Только в PvP, если использовать. Да? Угу. На массовое убийство это прям вообще не так. По крайней мере, последняя. А я не последнюю, я вторую использую. Ну вообще да, вот самая охрененная граната этого охотника. Ты только посмотри, впереди. Наверняка это карта. Бесконечный лес, исчадие ада. Но когда ты видишь его таким, он почти что прекрасен. Нифига. Жух! С Минотавром придется повозиться. Ёп, твою мать. Лови. Чем мы предполагали. Ох, куда, блядь, сучка собрался? О, тёлка. А, неуязвимость. Давай, да, удачи, да, кусь. Да. Пришла баянчик, что травит. Готово. Осталось забрать карту. Все?